Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. Now someone else is getting all your day. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over. Я решил стать реформатором преступного мира. Записывай. Потом передашь остальным. Отныне считать меня не крестным отцом, а отцом народов. В этой связи уже поступила просьба о восстановлении памятника Дону Корлеоне. Подумаем. Пиши дальше. Будет формироваться новая вертикаль власти. Так и писать? Не поймут ведь. Пиши. Папа будет сам убирать мелких мафиози. Приказываю. Немедленно послать в дальние кварталы, вышедшие из-под нашего контроля, предупреждение о наших намерениях. Я слышал, на Сицилии в таких случаях посылают рыбу. Пиши. Послать в верхней семье рыбу. И пусть они приходят на стрелку. Рыбу еще надо утвердить в нижней семье. Говорят, нижнюю семью сейчас надо называть второй семьей. Хорошо. Вызовите ко мне из второй семьи мою вторую маму. А кто это? Это тот, кто в этой семье меня больше всех любит. Будем искать. На всю операцию даю вам 149 часов. Start walk, all right, boots. Start walk, all right, boots. Start walk, all right, boots. Start walk. Здравствуй, мама. Здравствуй, папа. То есть, здравствуйте, Дон. Как ты думаешь, что здесь? Пахнет рыбой. Мама, а ты не так глуп, как мне говорили. Я как чувствовал, что у вас будет рыба. За пивом сбегать? Нет, все-таки глуповат. Как дела у твоего брата? Я решил от него отделиться. Мне пора иметь собственную семью, мама. Ой, пап, Дон. Да, ты уже вырос. Только у меня к вам просьба. Не трогайте брата. Он мне дорог. Как брат. Ну что ж. В каждой порядочной семье должен быть свой урод. Теперь о деле. Покажи эту рыбу своей семье. Если твои не будут против, отнеси ее в наши дальние кварталы. Их надо предупредить, что сейчас нельзя быть просто вором. Надо быть вором в законе. А законы будем устанавливать мы. А если они не поймут? А мы им так объясним, что у них другого выхода не будет. Смотрите, он принес какой-то сверток. Я лучше лягу. Вдруг он от отца народов принес бомбу с часовым механизмом. Я эти приемы знаю. Скоро взорвется. Порка Мадонна, а кто это перед смертью рыбой завонял? Это я, то есть не я, а рыба. Я ее с собой ношу. Рыба с часовым механизмом? Это круто. Представляете, какая будет вонь, когда она взорвется? Да, наш Дон умеет испортить жизнь. Зря вы так относитесь к Дону. Намерения у него всегда добрые. Это рыба для верхней семьи. Мы должны ее утвердить. Представляете, как он нам доверяет? Мог бы просто застрелить, и он вообще неплохой человек. Он назвал меня мамой. А я бы от такой кликухи
повесился. Это потому, что ты не знаешь, как он тебя называет. Кстати, а как принято утверждать рыбу для верхней семьи? Для начала надо определить сорт рыбы. Думаю, кефаль. Выяснить, кефаль это или фекаль, и есть наша первоочередная задача. Ой, скорее бы, а то эта скумбрия протухнет. Это уже не рыба, это труп. Значит, на нас повесили труп. Труп привлекает мух, а мухи могут привлечь полицию. Вот ее, сядем все. Уберите, уберите рыбу быстрее, она протухла. Это фаршированная рыба протухла, все, уберите. Значит, все по плану. Рыбу утвердили в качестве трупа. Теперь можно передать ее верхней семье. Все согласны? Я не согласен. Я собираюсь лично говорить об этом с нашим доном. Мне активно не нравится эта рыба. Активно. Ничего. Не нравится активно, понравится пассивно. Нет, я в принципе не люблю рыбу. А ее не надо любить. Ее надо уважать и бояться. Дон хочет внедрить к нам своих людей. Этих кузенов, что ли? Надо же мальчишкам где-то работать. Очень у него много родственников. Прямо страшно становится. Теперь в собственном квартале-то и не развернешься. Того и гляди, на кузена нарвешься. Лично у меня в квартале порядок. Потому что закон у меня простой. Хочешь грабь, хочешь бей, только зарегистрируйся и по газонам не ходи. А я газоны запретил. Ходить мешают. Закон теперь будет такой. Сначала одних уберут, потом других. И про газон вообще все забудут. А у меня сюрприз. Ух! За что? За что? Сами знаете, это от нашего дона вашему дону. Кто у вас дон? Мы все доны. Чего там у тебя? Рыба? Это предупреждение. Посмотрите на эту рыбу, подумайте о делах ваших скорбных, покалякайте. А как надумаете, приходите на стрелку. Будем договариваться. Ты нам весь ужин испортил. Мы возмущены таким обращением. Крайне возмущены. И если так дальше пойдет... Что вы сделаете? Мы, в конце концов... Так. Просто перестанем возмущаться. То-то же. Наш филео-фиш. У меня дежавю. Так, здесь записка. Тоже воняет. Ой. Мы эту рыбу не хотим. Ешьте сами. Шантаж это. Надо идти разбираться. Кто-нибудь рыбу захватите. Да что у вас сегодня? Рыбный день, что ли? А в Конституции этого не записано. И никто эту рыбу есть не будет. Да, да. Вы зачем опять эту тухлятину сюда принесли? Когда мы в первый раз предлагали, она была еще свежая. А если мы откажемся, что будет? Тогда вас станет намного меньше. Например, 7. Ладно, хорошо. Поперек паровоза бежать дураков нету. В знак согласия с новым законом ешьте. Это будет рыба согласия. А если нам станет плохо? А кому сейчас хорошо, Дон Александро? Это же надо преодолеть. На самом деле рыба еще ничего. Ну, попробуйте. Давайте за папу, за маму, за родину, за партию. Давайте, давайте, преодолевайте. Через не хочу, давайте. Ты что, уже преодолел? А что делать-то? Жить захочешь, еще не то преодолеешь. В общем, есть можно.
Ну как прошла согласительная стрелка? Ну, все, что мы могли, мы сделали. Вот. Так я и думал. А это вам. Интересно, что там? Там бомба. Он нас использовал. И больше мы ему не нужны. Я эти приемы знаю. Кстати, а чем опять пахнет? И все-таки это не кефаль. Do-be-do-be-do, 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 do-be-do-be-do.